Общественное обсуждение проектов по благоустройству дворов в рамках проекта «Комфортная городская среда» продолжается. В субботу будет организовано еще два собрания с жильцами по обсуждению вариантов благоустройства их дворов в жилых микрорайонах. В 11 часов утра свои предложения смогут высказать жильцы третьего дома на улице Нефтяников и Молодежный 40. А часом позже, в полдень, специалисты управления муниципального имущества будут готовы выслушать предложения жильцов 83-го и 93-го домов на улице Ленина. Встреча пройдет у первого подъезда Ленина 93.